Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро-прогноз на период с 19 по 25 декабря 2022 года. Работаем сегодня с колодами Таро Божественной Женственности, а также золотыми венецианскими Ленорман от Евгения Винницкого. Неделя обещает быть довольно-таки интересной. Смотрю по разным знакам зодиака. Там такие события у многих происходят, знаковые, значимые. Посмотрим, как же этот расклад отыграется у вас. Итак, пошло две карты. Хорошо, пусть так и будет. Позитив, негатив и совет от карт. Итак, что у вас здесь? Суд, пятерка чаш, двойка пентаклей. Сейчас даже хочу дотянуть. О чем здесь идет речь? Секунду. У вас здесь, знаете, как может открыться второе дыхание относительно ситуации, которую вы давно забросили. И это может касаться работы, вашей реализации, ваших хобби, каких-то увлечений. Потому что по суду это восстановить. Пятерка чаши, двойка пентаклей, как дать вторую жизнь, либо второе дыхание. Видите, тому, чем вы занимались ранее, активной работе, либо, может быть, не знаю, там крючком вязали, но теперь начинаете, знаете, забросили, теперь наново ставите это на ноги. И пытаетесь это делать не только для души, но и с целью заработка. Еще по этим картам. Если шли судебные процессы, особенно процессы, связанные с наследством, и здесь это вы опустили руки, допустим, если вам что-то не так присудили, то теперь вот двойка пентаклей, восьмерка пентаклей, это наново вход пустить эту ситуацию. Подать апелляцию, подать пересмотр этого дела, потому что здесь, ну, придет осознание, что для всех хорошим не будешь, и нужно отстаивать свои интересы. Дальше. Идет двоякая ситуация у некоторых, потому что суд и пятерка чаш – это зачастую в жизни менять все. Умереть и возродиться. В большей степени, хотя карты здесь на это не указывают, но вот то, что я видела по практике у себя, у многих такие карты отыгрываются, когда у людей происходит эмиграция. Потому что, по сути, для многих эмиграция – это как умереть и возродиться. Там кардинальные перемены у многих проходят по всем сферам жизни. Вот здесь двойка пентаклей – это как искать альтернативу. У большинства это будет связано с социальным становлением, с работой, с вопросами заработка. То есть работать по этим нюансам. Сейчас посмотрим, что вас ожидает в плане личной жизни. В первую очередь будем смотреть для тех, кто у нас свободен. Какова здесь ситуация? Здесь по рыцарю жезлов, как говорю, может такая метнуться мысль, а не дать ли второй шанс тем отношениям, которые давно умерли. Ну что ж, видимо, кто-то из вас хочет дважды наступить на те же грабли, ваше право. Не знаю, что из этого получится, стоит ли это делать, но вы прям живете этой идеей, причем по семерке пентаклей уже давным-давно, и не отпускаете эту возможность. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках, что у вас здесь? А у вас вопрос ребром, быть или не быть. И вот здесь сопоставив и сравнив, вы осознаете и понимаете, что нужно какие-то связи рвать, а какие-то связи нужно восстанавливать. Но здесь уже как определиться с выбором, потому что вы точно здесь расставляете точки над «и». Для тех же, кто у нас находится в стабильных связях, по аркану «дурак». Сейчас хочу посмотреть, что здесь. «Дурак» и «колесо фортуны». Это может быть ситуация, связанная не то чтобы с конфликтами, давайте так, это срываться друг на друге по причине слишком быстро навалившихся на ваш союз перемен. Потому что дурак и здесь колесо фортуны, это адаптация к новому месту жительства после переезда. Причем это переезд даже может быть просто в квартиру, в дом, то есть какой-то, говорю, местный, региональный. Может быть переезд в другой город или в другую страну, то есть адаптация на новом месте. Но вот это, знаете, напряжение, которое вы можете друг на друге отыгрывать. Еще, не для всех, но тем не менее, у кого были моменты замершей беременности, здесь после длительного периода застоя, боязни пробовать снова, это как дать второй шанс. И как следствие дурак и колесо фортуны, здесь по ситуации будет вопрос зачатия, продолжения вашего рода, ну, и скрепления вашего союза. Здесь, как говорится, судьба вам благоволит. Если же смотреть эту триаду карт с точки зрения работы и заработка, для тех, кто у нас не работает и работать не может, то здесь по рыцарю пентаклей ситуация стабильна и без изменений. Здесь только либо рассчитывать на те ресурсы, которые вы отложили сами, на вопросы наследства и поддержку вашей семьи. Если вы у нас в статусе соискателя, то
Восьмерка жезлов указывает на ситуацию, что пора искать альтернативу. Потому что, допустим, тем методом, которым вы ищете работу, ничего не найдете. Потому что здесь восьмерка жезлов. Это либо ищи дистанционно и, возможно, в других регионах, либо тебе нужно будет оставлять родину и искать альтернативное место, где ты будешь находиться. Соответственно, это переезжать, менять место жительства. И если же вы у нас наемный сотрудник, то здесь по семерке пентаклей это вопросы, момент ожидания. Это, знаете, больше вопросы к самому себе. А стоит ли мне оставаться или пора уже что-то в жизни менять? Потому что многие из вас здесь надеялись на продвижение, на карьерный рост, но суд пятерка чаш – это ситуация, которая себя изжила. И двойка пентаклей – это искать альтернативу. Ну, например, закрылось предприятие, вас сократили, или вы просто понимаете, что нужно увольняться, здесь ловить нечего. Сложно смириться с этой мыслью, но по семерке пентаклей вы уже длительный период времени к этому подходите. Если же у вас его собственный бизнес, шестерка жезлов, карта победы, карта триумфа, достижения, достатка, которая указывает в вас, ваш осмысленный подход к переходу на какой-то другой вид деятельности, потому что суд, пятерка чаш, лошадь сдохла, слезь, двойка пентаклей, возьми в свои руки альтернативу, двигайся вперед. То есть это переключить свои ресурсы, время, внимание на какие-то другие проекты, то есть продажу других товаров, услуг и, в принципе, может быть, на какой-то даже иной рынок. По состоянию здоровья, здесь у некоторых могут обостриться давние заболевания, как правило, хронического порядка, особенно те, кто у нас страдает ЖКТ, язвенники. Здесь очень осторожно, потому что прием, ну, как-то незапланированных каких-то витаминов, БАДов, может привести к обострению этих процессов. Что в негативе? Так, двойка чаш, туз чаш, о, тройка пентаклей. Итак, по этим картам. Для кого-то вопросы, ну не то чтобы незапланированной беременности, она-то может быть и запланирована, но ситуация, с которой как стрессовая, сложно смириться с тем, что вас будет трое. Сложно к этому адаптироваться. Дальше, у кого-то в негативе это осознание того факта, что нужно заключать новые контракты, уходить на новую работу. Сама по себе ситуация приятная, дает как бы ресурс, но страшно, потому что вы здесь не понимаете, какие перемены могут быть. Задержитесь ли вы на новой работе. Еще, если это идет построение, как говорю, ну не то чтобы новых союзов, это правильно, наново построенных союзов, потому что двойка чаш, туз чаш, тройка пентаклей, это то, во что вы уже входили, но попытки реанимировать и оживить эти отношения. Ну что ж, дерзайте, если вам это необходимо, я думаю, у вас все выйдет. Совет и рекомендации по картам. Шестерка пентаклей. Если это касается отношений, особенно, повторюсь, для тех, кто все-таки хочет испробовать судьбу и восстанавливать то, что было ранее, запомните, отношения должны быть равноценными. Энергообмен должен быть стабильным. То есть желание должно быть не только брать, но и отдавать. То есть если партнер или партнерша к вам не делает шагов навстречу, нет смысла в это вкладываться. Здесь должен быть соблюден баланс. И опять же, шестерка пентаклей. Если вам нужна в чем-то помощь, не бойтесь об этой помощи просить. Не бойтесь показаться каким-то слабохарактерным, малодушным. Или наоборот, если кто-то просит помощи у вас, не отказывайте. Это в первую очередь плюс в вашу карму и ситуация, которая, знаете, как старица вам вернется. В какой-то сложный момент вам кто-то поможет. Посмотрим, что у вас здесь относительно неожиданности периода. Так, всадник. Собака, гадалка. О, и рыбы. Смотрите, очень интересные у вас выпали карты. Я сейчас объясню, почему. Всадник, собака, гадалка – это как информация от друга, о подруге, подсказка, как пойти к какому-то эзотерику, будь то астролог, таролог, нумеролог, не знаю, кто там вам ближе, может быть, ясновидящий, который вам поможет разобраться в чувствах и эмоциях или найти новый источник заработка, то есть указать вам на ваши таланты, на ваш потенциал, если вы ищете себя, на чем вам нужно зарабатывать, либо при помощи чего. Рыба у нас карта денег, карта финансовой стабильности.
Еще помимо всего прочего, эти арканы могут говорить о ситуации, когда известие от друга, либо приезд друга откроет глаза на многие вещи. Может поделиться с вами какой-то тайной секретной информацией, которая от вас была сокрыта. Кстати, по поводу заработка, по поводу увеличения дохода, ваших новых ресурсов. Поэтому здесь для вас замечательный период. Пусть так и будет. Мы сейчас весь негатив для вас перекроем позитивом. От вас, конечно же, по прошествии периода я буду ждать обратной связи, как отыграется данный расклад и данная информация. Не забудьте черкнуть пару строк. Я же вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь и до новых встреч.